На голове белый бант, а в руках колокольчик. В Магадане начались праздничные школьные линейки. Чтобы снизить массовый контакт людей во время эпидемиологической обстановки, торжественные мероприятия начали проводить в последние дни августа. На них приглашены только учащиеся 1-х, 9-х и 11-х классов. Сегодня прошла торжественная линейка для 1-х, 9-х и 11-х классов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Линейка прошла очень хорошо, организованно. Дети у нас будут учиться в соответствии тоже с требованиями Роспотребнадзора. У нас выбран ступенчатый режим обучения. Дети будут обучаться очно. Ну, по необходимости, если будет такая ситуация, для них будет организовано в дальнейшем дистанционное обучение. Все зависит от того, какая будет ситуация у нас в городе с коронавирусом. С 1 сентября уроки начнутся во всех школах города в очном режиме. Учебный процесс пройдет, как и раньше, в две смены, не ранее 8 часов утра. Расписание для каждых классов будет отдельное. Учебные учреждения подготовили с учетом всех мер эпидбезопасности, но сидеть часами в масках не придется. Средства индивидуальной защиты детям следует носить только по желанию.